благоприятен для людей, родившихся в годы лошади и собаки. Хорошо в этот день проводить обряды Хулдедудаха, Далгебаха, Жаптуй, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, обретать друзей, родниться, начинать путешествие, дальнюю поездку, делать домашние дела, ставить закваску, шить и кроить одежду, а также следить за своим распорядком дня. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь невесты, а также повышать физическую нагрузку. Стрижка волос к болезни, отправляться в дорогу к находке, исполнится все задуманное.